Прекрати пялиться. А я и не пялюсь. Что будешь пить, Виллард? Почему бы тебе не приехать на вечеринку ко мне на виллу? Маленькая вечеринка. Мне нужна твоя помощь. Помочь вам? Что я могу сделать? Я учитель. Передай это службе разведки. Скажи им, что это подарок от главного денежного мешка русской мафии. Это все, что он вам дал? Да. Он сказал вам, что он член русской мафии. И вы согласились помочь. Я подумал, что могу это передать. Он сказал, иначе его детей убьют. Вы ему поверили? Все время о нем думаю. Это же семья. У нас еще не было информаторов в таких высоких кругах русской организованной преступности. Британские политики, юристы и банкиры замешаны в делах русской мафии. Что он хочет? Убежище для себя и для семьи. Проблема в том, что он сделает это тогда, когда вы будете в Париже. Я не могу вмешиваться. Боюсь, вы уже вмешались. Я угроза для Москвы, для Кремля. Я знаю, откуда у них деньги. Мне нужны доказательства, что всем этим людям платят. Дыши глубже, профессор. Глубже. А то получишь инфаркт. Мы их прячем. Достать его семью. Так вот оно что. Их же убьют. Мы не можем гарантировать вам безопасность. Они придут за вами. Тогда поторопитесь. Деньги не пахнут, если только их много. Они не меняют цвет. Это все равно кровавое действие. Почему ты выбрал меня? Ты предал свою страну. Такой же предатель, как и мы.